Здравствуйте. Добрый день. Екатерина Борисовна, в преддверии референдума, который должен решить 16 марта судьбу Севастополя и Крыма, мы все с нетерпением и с ожиданием смотрим на перспективы, которые перед нами открываются, в том числе в сфере образования. Вот вы, как специалист, вы наверняка оценивали и сравнивали ситуацию с теми же бытовыми вопросами, такими как заработная плата преподавателей в России и на Украине. На текущий момент в чем выражается эта разница? Какая ситуация? Ну, наверняка и мои коллеги знают о том, что заработная плата в среднем Российской Федерации учителя значительно выше, чем на Украине. И, безусловно, мы, если будет положительное решение референдума, то мы предполагаем, что заработная плата севастопольских учителей, естественно, изменится. Хотелось бы надеяться на то, что это произойдет в ближайшее время. Но, как я полагаю, с нового учебного года изменение тарифных ставок произойдет однозначно. То есть мы можем говорить об увеличении в 2-2,5 раза в среднем. Хотя, конечно, в зависимости от того, какой учитель имеет категорию, какое он имеет педагогическое звание, эти показатели могут разниться. Но я совершенно убеждена, что ниже того, что сейчас педагоги получают, они никак получать не могут. Это совершенно точно. Но даже в ближайшей перспективе, в марте месяце, вот уже скоро выплаты по заработной плате, можно быть совершенно уверены, что они будут произведены. Педагоги и вообще все бюджетники заработной платы получат обязательно. Насколько мне известно, в России даже лучшая ситуация, скажем так, с решением жилищных проблем педагогов. Но что касается жилищных проблем, сложно предположить, как они будут решаться в городе, но то, что касается села, в Российской Федерации есть специальная программа «Сельский учитель». И вот эта программа как раз предусматривает, что те педагоги, которые, особенно молодые специалисты, выбрали для себя работу в сельской местности, безусловно, получают поддержку государства. И она выражается, конечно, и в предоставлении жилья, и в обеспечении, скажем так, условий для жизни и работы. Позаботиться о маленьких детях, если в этой семье молодой у педагогов есть детки. Так что я думаю, что вот те педагоги, которые будут работать в сельской местности, это касается, конечно, не только Севастополя, но и в целом Крыма, безусловно, такие преференции могут получить. А что касается изменений в учебной программе? Какими они могут быть? Конечно, это очень серьезный вопрос, потому что мы переходим на новые стандарты государственные в том случае, если мы входим в состав Российской Федерации. Эти государственные стандарты коснутся без исключения всех предметов, которые сегодня преподаются в средней школе. И, конечно, в первую очередь, я думаю, что педагоги, которые работают и преподают гуманитарные предметы, вот они должны уже сейчас, наверное, для себя подумать о том, как бы они хотели выстроить свою работу, потому что программы другие, безусловно. Если мы говорим вот о моем предмете, об истории, то мы понимаем, что мы сегодня изучаем доминирующий у нас предмет – это история Украины. Второй предмет – это всемирная история, которая преподается в средней школе. История России входила в состав программ всемирной истории как дополнительный компонент. Конечно, безусловно, изучая историю Отечества, причем оно изучается, этот предмет, немножечко по-другому, чем у нас, то есть существуют концентры. История изучается с 5 по 9 класс, а потом с 10 и в 10-11 идет углубленное изучение, скажем так, отдельных тем, которые уже, может быть, звучали в предыдущие годы. Это, конечно, требует очень серьезной перестройки. Но еще очень хочется сказать о том, два момента. Первое – это то, что мы, живя в таком соседстве с украинским народом, и более того, у нас и в Севастополе, как мы знаем, по переписи, которая у нас была одна в независимой Украине в 2001 году, в Севастополе по этой переписи 75% – это русские, но 20% в Севастополе – это украинцы. Поэтому, конечно, мы не можем не изучать историю Украины. Безусловно, мы не можем предполагать, наверное, что будет отдельный предмет, но включить такой серьезный компонент вот, истории Украины в общий курс истории, конечно, безусловно, нужно будет. И это, я думаю, принципиальная позиция. Если еще вот, уточнять, то я бы хотела сказать о том, что, наверное, у нас, так же, как сегодня, существует в Севастополе 8-я школа Министерства образования Российской Федерации. Наверняка, если будут заявления родителей, желания детей, то наверняка какое-то учебное заведение у нас может быть и украинской гимназией, тогда там будет расширенная программа изучения именно вот этого предмета истории Украины, ну и, конечно, украинского языка. Ну, а то, что касается вообще программ, то, конечно, вот в России предусмотрена достаточная самостоятельность
6 регионов. И региональный компонент всех предметов, но гуманитарных, конечно, прежде всего, и в том числе истории, он очень мощный, очень серьезный. Нужно сказать, что у нас в Севастополе вот так сложилось, что мы в течение, ну, скажем так, 18 лет серьезно занимались разработкой историко-краеведческого компонента исторического образования. Курс получил название такое нехитрое «Севастополеведение». Этот курс сегодня преподается практически во всех школах города. Я не могу сказать, что во всех классах, этого, конечно, нет. Но с 1 по 11 класс подавляющее большинство школ дает возможность не только на уроках, но и на факультативах и кружковых занятиях вот, изучать историю Севастополя. Поскольку мы надеемся на то, что изменение программ будет предполагать расширение регионального компонента, я смею надеяться, что этот курс будет обязательно изучаться в школах, и теперь уже не по выбору тех или иных педагогических коллективов и учителей, а прежде всего, вот, скажем так, централизованно будет определено, что с 1 по 11 класс курс, может быть, небольшое количество часов, но будет выделено на изучение истории Севастополя. Естественно, что для нас это очень серьезная работа, потому что нужно будет программы каким-то образом компоновать так, чтобы они соответствовали этим требованиям. Наверное, придется эти учебники, которые у нас есть по курсу «Севастополеведение», может быть, каким-то образом трансформировать. У нас есть для начальной школы отдельно, пособие есть для 5-11 класса, но, наверное, придется в этом смысле очень много работать. Но глаза боятся, руки делают. Главное, чтобы город... Мы живем с вами в совершенно удивительном городе. Город, который родился на земле, впитавший в себя тысячелетнюю историю. Так сложилось, что народы, которые играли определяющую роль в мировой истории в античный период, в Средневековье, они здесь встречались, и их культура, она как раз слагаясь вот в такой пестрый, очень яркий ковер, создала то, на чем был основан Севастополь. Более того, Севастополь, у истоков которого стоят, ну, я бы сказала, тысячи известных политиков, военных, деятелей культуры и совершенно неизвестных нам людей. Эти люди отдавали нашему городу с самого первого дня его существования самое дорогое, что у них было, свой талант, свою душу, свои знания, свои умения. Конечно, две наши обороны, когда люди, которые жили в этот момент в городе или защищали его, поскольку они были призваны это делать, отдавали свою жизнь за этот город, это все налагает на нас невероятную ответственность. Люди отдали все, что могли. И вот всегда была такая вот точка зрения, что севастопольцы эквивалент, так скажем, этому слову, это мужество, достоинство и честь. И поэтому мне кажется, что сегодня для нас совершенно для всех, если мы себя чувствуем севастопольцами, неважно, родились мы ли здесь или нет, но мы можем и чувствовать себя так, потому что эта земля нас напитала. Пришло время и нам отдавать этой земле что-то. Ни в коем случае нельзя позволить себе отсидеться, ни в коем случае нельзя позволить себе не принять решение. Потому что не только наши дети, внуки этого не простят, но человек бездуховный, который отказывается принять серьезное решение, он прежде всего лишает себя самого будущего в духовном плане. Мне кажется, что вот севастопольцам пора сделать очень серьезный шаг. Вот так сложилось, что мы живем в момент истории, когда на наши плечи легла ответственность. Вот в каждый период люди подхватывали эту ответственность и достойно это делали. И мне кажется, мы должны тоже это уметь сделать в этот момент. Очень серьезно. Сделайте свой выбор. Будем надеяться на лучшее. Спасибо за интервью.